Здравствуйте! Сегодня попытаемся приготовить с вами хаш. Если вам нужно восстановить силы после долгой болезни, гриппа или простуды, или просто укрепить иммунитет, самое лучшее, что вы можете сделать, это съесть тарелочку наваристого хаша. Для хаша нам потребуется 2 говяжьи рульки, поделенные на части, и 0,5 кг говяжьего мяса. Две головки чеснока, лавровый лист, 3-4 листика, перец горошек, соль и хмели-сунели. Ножки и мякоть выкладываем в кастрюлю и заливаем водой, так, чтобы вода покрывала мясо. Ставим на огонь и варим примерно 40 минут. Затем вынимаем содержимое кастрюли и выливаем бульон. Этот бульон нам не нужен. Моем кастрюлю и снова выкладываем в нее мясо. Заливаем доверху чистой водой и варим до готовности примерно 4-5 часов. Когда хаш начинает закипать, добавляем лавровый лист, перец горошек, хмели-сунели и чеснок. Соль добавляем в конце, когда хаш уже полностью готов, когда мясо легко отделяется от костей. Жирный бульон желательно процедить и подавать его чистым и прозрачным. Хаш получился наваристый и густой. Укрепляйте иммунитет и будьте здоровы!